Если вот с нашего автовокзала сейчас взять автобусы, которые мы ездим, если до Лесосибирска, до Стрелки, то, в принципе, они очень комфортабельные стали. То есть, если зимой едешь, в них как бы тепло, а летом, ну и, в принципе, водители хорошие попадались. Поэтому у нас нет никаких нареканий. Я боюсь вообще-то ездить. Все время Богом молю. Сразу обращаешь внимание на шофера, как он себя ведет, чтобы не отвлекался, как говорится, на телефоны. В принципе, безопасны, все хорошо. Вот я из Зеленогорска приехала, значит, ремни безопасности, все четко, на каждой остановке всем пристегнуться, все слушают. Ну, наверное, все-таки люди понимают, что это действительно безопасность. И нужно себя беречь. После уярских событий, да, как бы маленько смотрели. И вот я сегодня ночью ехала в Стасеево, конечно, было маленько жутковато. Нужно ужесточить контроль за перевозчиками, за организациями, которые этим занимаются, за техосмотром автомобилей. Поэтому думаю, что да, в обязательном порядке. В первую очередь ответственность должна ложиться на перевозчиков.